машина и сразу рот. Рукава сразу здесь. Да, здесь на роту. Я на сразу роту заправляю. Вертолетов и самолетов на необорудованных аэродромах. То есть не надо топливозаправщики гонять, ничего. Насчет автоматически. Сейчас все машина все считает, все в электроне в этом. Как раз на то количество подразделений, которые имеют вооруженные силы на мирное время, а перспективе на военное. Конечно. Право 332-го отдельного вертолетного полка выделено звено боевых вертолетов. Товарищ начальник завесе и упал за борт. Силами МЧС организовано его спасением. Определяют из расчета полезной грузоподъемности парка. Начальником района переправ принято решение на установку ложного моста из Калифорнии для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. С этим силами ремонтно-эвакуационной группы с использованием машин и технической помощи производится буксир. В целях выполнения диверсионно-разведывательных операций производится десантирование по МИДа, а также в рамках мероприятий технического прикрытия среднего автодорожного универсальной бурильной машины УБМ-85М. Универсальная бурильная машина УБМ-85М поступает на оснащение моста, завинчивая свай ОЗС. Справа по наплавному мосту номер 2 продолжается галица. Для уничтожения элементов понтонно-мостовой переправы для разведки и диверсии в тылу противника. Thank you.